Я точно знаю, что большинство из нас недовольны существующим положением дел. Но, как известно, плохую власть избирают хорошие граждане, которые не приходят на выборы. Приходите, и мы обязательно преодолеем бедность, повысим зарплаты, пенсии, снизим тарифы ЖКХ, образование и медицина станут доступными и бесплатными. Мы наведем порядок в нашей стране. Павел Грудинин, президент, которого ждет Россия. В России миллионы живут за чертой бедности. Цены постоянно растут, а доходы падают. Люди обворованы, брошены и унижены. Я обещаю, цены на все важные продукты питания будут устанавливаться правительством или Государственной Думой. При мне не будет ни одного голодного, безработного и бездомного. Вместе сделаем мощный рывок вперед. За Жириновского, за ЛДПР. Нас научили, что то, что происходит сейчас, это нормально. Но это не так, и вы это прекрасно видите и знаете. Нет никаких интересов государства. Есть только интересы людей. Правда, свобода, образование, честные выборы, независимый суд, вклад в людей. Вот что приведет нас к миру. К миру и процветанию. Я прошу меня поддержать. А что Титов? А что Титов? А что Титов? Сильный президент – это защита страны и ее граждан. Это новые производства. Сильный президент – это поддержка семьи, материнства и детства. Это Россия, устремленная в будущее. Сильный президент – сильная Россия.